Первым пунктом рабочей поездки чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Беларуси Андрюса Пулакаса стала встреча с губернатором региона Анатолием Лисом. В рамках открытого диалога руководитель области и представитель дипломатической миссии обсудили направления, в которых Литва и Брестский регион могли бы найти точки соприкосновения. Активно занимаемся, значит, мясным скотоводством. У нас всего скота крупного рогатого более 900 тысяч коров. Из них 300 тысяч коров. Поэтому вот такие объемы молока приличные. Мясо производим, мясо птицы, свиней, крупного рогатого скота более 300 тысяч коров. Исходя из этого, конечно, приоритетом промышленности у нас является переработка сельскохозяйственных продуктов. Продолжилась работа дипломата и сегодня. В рамках визита состоялась встреча Андрюса Пулакаса с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком. Найти источники взаимодействия в сфере ЖКХ, обменяться опытом в строительстве и ремонте жилфонда, в частности, в исторической части города, изучить энергоэффективные технологии, существующие в Бресте и Литве. Таков примерный перечень тем, которые уже в ближайшее время могут получить новое звучание. Те предложения, которые прозвучали со стороны господина посла, они интересны будут нашей экономике, и, соответственно, я уверен, что будут результаты. Вместе с тем, меня очень заинтересовала тема реновации, которую сказал господин посол. Наверное, надо изучать опыт Вильнюса, прежде всего, в вопросах капитального ремонта жилого фонда, и особенно жилого фонда и зданий, которые имеют историко-культурную ценность. Красной нитью через обе встречи звучал следующий тезис: берестийцы и литовцы мало знают друг о друге. Сегодня важно устранить этот пробел и строить отношения так, как этого требует современная экономическая ситуация. Есть интересные такие темы, и мы будем встречаться и с представителями бизнес-организаций, с торгово-промышленной палатой, с представителями свободно-экономической зоны. Посмотрим все возможности и сделаем все, чтобы Литвы было бы немножко больше в Брестской области.